Привет всем, вы на канале Просто Детки, и сегодня у нас на обзоре такая своеобразная игра на любителя, называется «Войны щупальцами». Давайте с ней познакомимся, по картинке было очень прикольно. Начинаем с тренинга. Тоже звезды есть, в тренинге 5 уровней, 5 по 3 звезды, получается 15, которые были на картинке. Итак, добро пожаловать в систему обучения антител. Я напомню вам некоторые важные моменты. Не то, что напомнишь даже. Обратите внимание на зеленую клетку. Она ожидает ваших команд. Прочерти линию, чтобы захватить красную клетку. То есть я еще не знакомился, поэтому я сейчас буду это делать. Сейчас зеленая клетка нейтрализует энергию противника. Вы можете подождать, пока враг будет полностью захвачен, или отрезать щупальца около его основания, чтобы ускорить процесс. Типа вот это отрезал, и все, да? Зона очищена, время 33, действие 2, остаток энергии 33. А почему две звезды, я не понял? Так, получается, вот видите, я сделал так, и отрезал. О, так, 3 звезды за 5 секунд. Отлично. Можно идти дальше. Это число показывает силу вашей клетки. А теперь атакуйте красную. У вас недостаточно силы, чтобы преодолеть такое расстояние. Попробуйте сначала захватить нейтральную серую клетку, она ближе. Типа вот как я играл, типа войну грибов, да? Отлично, теперь отрежьте щупальца. Серые клетки не враги, а полезный ресурс. Как только вы захватываете клетку, вы можете ей управлять. А теперь попробуйте захватить красную. Вот, отрезал. Смотрите, 3 звезды сразу, да? Отлично, 5 действий. Обратите внимание на лимит силы. В этой зоне клетки не могут получить более 30 единиц силы. Теперь нападите на любую красную клетку. Видите, красные клетки растут. Эти точки показывают максимально допустимое количество щупалец. Не отрезайте щупальцы и атакуйте следующего врага. Получается, у этой клетки может быть двое щупалец. Вы не можете атаковать, если лимит щупалец уже достигнут. А чтобы атаковать снова, нужно отрезать старые щупальцы. Оп. И могу теперь туда полезть, да? Ага, я ее не захватил, да? Вот как. Там осталось совсем немного. А если так получилось? Ну, 2 звезды, потому что я обучение проходил. Я переиграю и сделаю это теперь намного быстрее, да? Так, отрезал. Так, отрезал. И теперь вот сюда. А можно, интересно, как-то подпитать, да, ту щупальцу? Чуть-чуть, видите? Не хватило у меня силы. Наверное, 5. Нет, 3 звезды все-таки, потому что время было меньше. Так, идем дальше. 4-й тренинг. А сейчас вы узнаете несколько важных приемов. Нападите на левого врага и ждите. Напал. Не отрезайте щупальца, ждите, пока враг будет захвачен. А вот у него уменьшается, да, энергия. Типа, тела. Вот. Теперь центральной клетке нужно возобновить свою силу. Для этого отрежьте щупальца в указанной точке, то есть с другой стороны. Вы можете отрезать щупальца в любом месте. Его энергия будет разделена в соответствии с точкой разреза. А сейчас время захватить последнего врага. Ну понятно, то есть надо там больше взял, захватил больше. Опять 2 звезды, потому что медленно. Переигрываю, теперь раз. Оно это долго. А так можно? Ага, нет, мне пока... Нет, это не разрешают. Так, 10. Ну, а теперь получится. И все равно 2... Нет, 3. А на картинке было уже 2. Ну, в общем, классно. Да, видите, все по 3. А последний тренировочный уровень. Сначала имеет смысл захватить слабого врага, да? Так, отрежьте для быстрого захвата. Настоящий бой. Теперь враг будет атаковать вас. Атакуйте всеми своими клетками. Так, и так, да? Ага, смотрите, что он делает. Но дело в том, что у меня что, вот видите, а я его как бы бью с двух сторон. Теперь могу сделать вот так, да? Сразу на 3 звезды. Прикольно. Получается, обучение пройдено, да, вот 15 звездочек. Теперь первый
как, ну, не знаю, уровень там или как. А, организм первый. А, первое столкновение. Давайте пробовать. Ого, сколько здесь всего. Тут уже обучения не будет. Нужно будет самому пытаться все сделать. Так, ну я понимаю, первый уровень будет легкий. Видите? Да. Три звездочки. Дальше. Делаем вот так. Захватываем. И теперь вот так. Раз. И сюда два. Ох ты. А почему так? Ага, вот можно... Блин. В общем, как-то я выиграл. Не знаю, как это действует. Оно получилось. Ого, надо срочно захватывать нейтральные, да? Так. Ого, 51. Ооо, не тут-то было. Не от того напал, да? А, мало энергии. Вот этой клетки боковой. А теперь хватит? Ну, хватило, отлично. Можно отрезать. И можно помочь этой моей клетке нижней. Вот и все. Тоже три звездочки. Достижение три подряд. Хорошо. Идем дальше. О, получается, можно пойти по верхней линии, можно по нижней. Давайте идем вниз пока. Ого, смотрите, а что это за боковые такие? Это типа ограничители, да? То есть я не смогу, получается, пройти вот сквозь них. Так, нужно помогать. Нужно помогать своим, слушайте. Нужно как-то вот так отрезать. И вот так. А теперь туда. Ого. Ого. Подпитаю. Подпитаю. Еще подпитаю. А, максимум силы 60, поэтому смысла нет подпитывать, да? Я, в принципе, могу уже захватить его. Почему нет? Почему нет, интересно? То есть уже две звезды у меня. Странно. А так я могу как-то сделать? Путь заблокирован, не могу. Странно. Как-то непонятно мне здесь пока, слушайте. А, вот видите, у него теряются силы, у него вообще уже мало сил. А если попробовать? Нет, все равно. У него там совсем мало. Как же тут быть? Я что-то не так сделал, знаете, наверное, нужно переиграть. Так и так. А, не достаю я туда, да? Так, туда. И сюда, быстренько. А вот он опять ко мне бежит. И что ж теперь я могу сделать? Подпитка идет. Хорошая. Еще отрезал. Еще подпитал. Ну, все сейчас хорошо, но вот противник долго думает. Сейчас звездочка уже уберется, видите? Третья вот уже тухнет, тухнет, тухнет. Ну, а могу я сейчас вот 58? Нет, ну вот почему не получается? Ну, а вот только сейчас, да? 30 захватил. Нет, не захватил. Надо же. Почему это все так медленно происходило? Две звезды, я не знаю почему. Много действий там или медленно, просто, наверное, по времени. Я все-таки попытаюсь это дело понять. Так, а сколько мне захватывать, если самому так вот? Интересно просто хотя бы понять. О, ну он уже на меня нападает, видите? То есть так я вообще проиграю. А могу я перерезать эту веревку? Нет, не могу. Теперь вот так подпитать. Подпитка прошла успешно, но вот... Мне ж нужно на него туда, да? Ага. Ну опять вот. Сейчас эти две звездочки мне ничего не дадут сделать. Нужно очень быстро действовать.
Вот так, и сюда я подпитываю. И нужно на него туда нападать. Ай, я не успел. Ну вот начинается, видите, эта вот возня. Я вроде бы сейчас все сделал быстро. Но вот звездочка пока еще до сих пор не посерела. Вот только начинает, по-моему, она уже блекнуть. Вот почему так медленно там все происходит? Вот чем меньше их остается, этих красных, тем вот... Тем они быстрее начинают исчезать. Ну и звездочка сейчас может исчезнуть. А если отрезать? Нет, ну почему? Ну... Нет, не получается. Вот теперь стало их много, да? Зря я так сделал. Придется опять переигрывать как-то. Так, сюда. Ай, не успел я захватить ее. Вот спешка получается, да? А почему? Странно, нужно нижнюю захватывать сразу. Нижняя легко захватывается. Да, видите, сразу. Так, сюда, сюда. И быстрее, пока она там... Ну вот, началось движение. То есть, такой маленький лимит вообще на вот эти вот действия. То есть, только ты чуть-чуть там на секунду, на две ошибся, все, уже, наверное, не успеешь ничего сделать. Все, что мне нужно сейчас, это просто вот как-то угадать этот момент. 29, вот 28, 27, 26, 25. То есть, ускоряются падение вот этих вот красных клеток. Вообще их мало осталось, они не подпитываются уже. А у меня клеточка, звездочка уже сереет, сереет, уже сейчас станет серая. Все, стало серое. О, ну видите. А, три звезды. Все-таки успел. Надо же. Да, три звезды. Так, боковой этот уровень сейчас пройду. Ого. Это как мне нужно? Подождите, а можно мне сразу как-то вот так все сделать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, он захватил меня, надо же. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас меня захватит, люди, помогите. О, все, я его захватил. Так, нужно срочно на него. Нужно на помощь как-то. О, и сюда, да? Нет, все-таки у меня две звезды уже. Даже не то, что две. Я пока еще не могу ориентироваться хорошо. Ладно, переиграю. Получается, нужно здесь очень быстро действовать. Вот так, допустим. Смотрите, он пытается с двух сторон меня забить. И это его ошибка, если бы он... Допустим, нижнего пытался захватить. Было все хорошо у него. А так он на две стороны распылился. В итоге стал медленнее захватывать нижнюю эту клетку. И ничего у него не вышло. Так, а, я понял. Получается, видите, она очень далеко, эта клетка. А, здесь лимит что? Вообще такой маленький. А, вот. И он постоянно подпитывается, видите? То есть она вот ползет, ползет, ползет. Ай, не хватило. А лимит-то 30. Как же быть? А, я понял, нужно отрезать, наверное. Вот когда нож доползает, отрезать, да, видите? Еще отрезать, и еще отрезать, все. Я к нему туда донаправил этот. И что, я получается теперь захватывать как-то, я не знаю. А, но у меня же больше, чем 30, да? Вот я его захватил. Но две... А я понял, только поздно. Итак, нужно срочно делать вот так. Все, погнали. Наших городских. Так. И вот так. Ну, а, все, захватил, да? И отрезаю. Отлично. Все, три звезды.
Так, ну еще один уровень, наверное, пойду. Вниз я же двигаться не могу, вот могу только вот здесь вверх пойти, да? А, так, нужно срочно захватывать эти боковые. Так, могу я туда дотянуться? Ой, сейчас меня будут кушать там. Нужно срочно на помощь вызывать. Ого. Так, нужно противодействие. А, так, сюда не дотянется, наверное. Дотянулась. Впритык натянулась. Ну вот опять у меня две звезды уже, да? А, лимит 50. Ох ты, так. Я могу вообще-то лимит больше сделать себе, да? А, почему? Почему? Что-то здесь не так. Опять вот чего-то я тут упустил. Не пойму чего, уже звезд совсем нет. Ладно, я переиграю. Так, смотрим. А зачем мне ждать? Мне нужно было, наверное, сюда вот так идти. Так, а это сюда? Дотянется он? Наверное, не дотянется, да? Чуть-чуть натянулся, блин. И сюда не дотянулся. Уже две звезды. Так, так. Все это как-то не так. А там вот две. Интересно вообще получается. А, тоже две. Только до маленький рост, тогда одна. Но 4, 5, 3, 2. Один. Все, захватил. Но это слишком медленно. Очень быстро нужно все делать здесь. Чтоб успеть вот до этого захвата. Давай, давай, давай. Вот, отлично. Получается, мне нужно, чтобы вот этой боковой звезде, ну, клетке, было больше, чем вот той красной. Вот уже сейчас больше, смотрите. Вот и сейчас он хватит. Ай, чуть-чуть не хватило, да? А, ну у него там, видите, уже осталось две жизни совсем. Все. Три звезды, да, отлично, три. Все-таки я смог это победить. А, ну что ж, друзья. А, прошел я на треть, скажем так, первый этот организм. Игра довольно-таки прикольная, сложная тем, что нужно думать, что и как лучше сделать, а понимать, разбираться. Я думаю, со своей задачей я сегодня справился. Если вам понравилась эта игра, то пишите в комментариях, возможно, стоит ли ее продолжать записывать или нет. Если вам понравилось, поддержать это видео своими лайками. Оставайтесь с нами, пока-пока.